Привет! Кто уже на этом канале? Так, у нас сегодня будет тема «Синдром спасателя». Но я бы хотела ответить на вопрос... Люба, ты вопрос задавала? Я не помню... На какой страничке? В закрытом клубе, может быть? Ты где-то задавала вопрос про то, что может ли быть автоном полным, толстым. По-моему, такой вопрос ты задавала, если я не ошибаюсь. Вот не помню, как он точно звучит, и не помню, где ты его задавала. На какой страничке? Давайте я, наверное, отвечу, пока у нас тут, если соберутся люди, потому что у нас на новой страничке Инстаграм у нас одну школу забанил по каким-то причинам. Мы пока ее не можем разблокировать, поэтому это будет наша вторая страница, если что-то будет опять Инстаграм будет шалить. А зачем рецепторы человеку? Зачем рецепторы человеку? Ну, ребят, в первую очередь, я, наверное, все-таки вам хочу напомнить, что я не создавала человечество. Я те вопросы, которые вам освещаю, это то, что я на сегодняшний день прочувствовала. Они могут не совпадать с реальностью, но это то, что я чувствую, это то, что мне приходит, какая информация, я ее озвучиваю. Что касаемо рецепторов человека, ну, это, наверное, тот момент, что а зачем вам нюх, а зачем вы слышите? Это один из секторов нашего восприятия. И чувствование, оно то же самое наше восприятие. То есть вы можете идти где-то в каком-то месте и не чувствовать запах. Вот носом не чувствовать. Но кожей вы этот запах обязательно впитаете в себя. Но кожей вы его прочувствовать не сможете. То же самое, что когда мы говорим о рецепторах, то же самое и рецепторы. Мы какие-то вкусовые, там, например, на нас идет дождь, там мы где-то купаемся, я не знаю, мы там в каком-то... Неважно, это то же самое. То есть мы в коже точно так же можем... Кожа – это тот же наш большой самый рецептор. Мы кожей можем их ощущать, а рецепторами почему не можем? Нам же все равно в рот что-то попадает. Даже если мы не едим, то это все равно, это природа человека. То есть вы где-то вдохнули, где-то что-то эмоционально сказали, где-то там, и вам что-то попало в рот. Это может быть что угодно. И эти рецепторы, они точно так же нужны, скорее всего, для распознавания, для нашей безопасности. Возможно, когда-то в далеком прошлом, это только вот моя теория, которая может имеет место быть, но может быть это не так, что возможно, если мы находились в какой-то местности, либо в каком-то, где-то в какой-то территориально незнакомом месте, и, возможно, мы точно так же через рецепторы могли чувствовать, наша эта местность или не наша. Потому что если мы убираем еду и воду, мы очень чувствуем даже запах, воздух. Воздух, он имеет свой вкус. Наша слюна имеет свой вкус. Слюну-то ведь мы никуда не денем. И по слюне в первую очередь вы можете четко понимать, что на сегодняшний день с вашим организмом. Если бы у вас не было этих рецепторов, вы бы никогда не узнали, в каком состоянии находится ваш организм. Вот я, наверное, вам отвечу так, потому что
Очень четко чувствуется, когда вы на сухих днях, когда вы длительно на сухих днях, и когда у вас уже идет слюна, выделяется ваша слюна, то она имеет, если вы понервничали, она имеет свой оттенок. Если вы порадовались, она имеет свой оттенок. Если вы находитесь не в том месте, где бы вам хотелось, это все на эмоциональном уровне, это все на уровне восприятия того же вашего аватара. Вы чувствуете, как меняется вкус вашей слюны. И по вашей слюне вы можете отслеживать так, то, что у вас идет с организмом. Думаю, нужно раскрыть тему эфира. Замечательно. Давайте раскроем тему эфира. Классно, что люблю, когда меня перебивают. Прям жуть. Именно поэтому, наверное, и нужно писать комментарии, чтобы потом на них не отвечать. Потому что есть же тема. Синдром спасателя. Синдром спасателя – это то состояние, когда вы осознанно либо неосознанно чувствуете, что вы выше кого-то. Это то состояние, когда вы очень хорошо чувствуете, что тот человек, которого вы хотите спасать, может, вы спасать хотите бесконечно всех, они ниже вас, вы выше этого всего. Либо вы это чувствуете, либо вы так хотите это прочувствовать. Это то состояние, когда вам хочется догнать и причинить что-то хорошее человеку, даже когда он не просит. Это говорит только лишь о том, что вы пытаетесь самоутвердиться за счет другого человека, за счет того человека, которому вы как бы помогли. И когда вы помогаете этому человеку, вам на самом деле даже не важно, помогли вы ему или нет, дал он вам обратную связь о своей помощи, либо не дал. Вы помогли, вы себе как бы поставили галочку, и после того, как вы себе поставили галочку, что вы молодец, что вы помогли, что вы причинили кому-то добро, вам становится легче, вы становитесь себя, вы начинаете себя чувствовать по-иному, чувствовать себя по-другому. И как раз после вот этого состояния, когда вы чувствуете себя по-другому, чувствуете себя по-иному, у вас, наверное, и получается вот это состояние, когда вы их вновь и вновь хотите кому-то помочь, вновь и вновь хотите ощутить это состояние, это наслаждение от самого себя. И оно затягивает, оно захватывает. Оно захватывает именно в том своем аспекте, что вы сами себе как будто бы говорите: «Я молодец, я помог». И вас не интересует, нужна ли была эта помощь кому-то другому, либо не нужна. Вас интересует только то, что вы в этот момент чувствуете. И вот этот синдром спасателя – это только про вас. Это только про отношения, про ваши отношения перед самим собой. Не про отношения перед тем человеком, которого вы пытаетесь спасти. Это именно то, что вы на самом деле хотите показать самому себе, что я молодец. Ребят, если есть вопросы, задавайте. Если нет вопросов, то этот эфир будет совсем-совсем коротенький. И эту тему, наверное, мы раскроем еще в другой раз. Обязательно. Но если есть вопросы, я обязательно отвечу. Потому что, наверное, про синдром спасателя, про него можно очень много и очень, очень долго разговаривать. Но сама суть это... Саму суть я, наверное, уже вам раскрыла. Вот, и обязательно, ребят, подключайтесь и к этому аккаунту, потому что подключайтесь обязательно к YouTube-каналу, потому что Instagram постоянно что-то придумывает, мы постоянно разблокируем свои аккаунты, нас
никому не нравится, что мы рассказываем про какие-то, видимо, про какие-то вещи, которые не устраивает Инстаграм. Вот, поэтому постоянно все время какие-то проблемы. Вот за буквально за 2 недели вот у нас уже третий раз блокируют разные аккаунты. И это не очень приятно, и это настолько выстегивает, потому что сами начинаем переходить с одного профиля на другой, вас постоянно таскаем. Поэтому подключайтесь уже на все ресурсы и смотрите за новостями. Это будет и нам проще, и вам будет удобнее. И такой маленький-маленький коротенький эфир. Ходят на тренинги про безусловную любовь, отстегивают по 50 тысяч рублей, а проходя мимо замерзшего бомжа, 100 рублей жалеют, просто не видят его. Они же живут в высших сферах. Ну-ну. Ну, что такое безусловная любовь? Здесь же вообще можно по-разному сказать. Отстегивают по 50 тысяч рублей, они же отстегивают это за ту информацию, которую они готовы принять, не которую им дают. Каждый человек оплачивает ту сумму, на которую он готов принять данную информацию. И не важно, что говорит лектор. Если его ученик не готов воспринять какую-либо информацию, то он никогда ее не услышит ни за 100 рублей, ни за 100 миллионов. Это тот человек, что он готов принять, что он готов принять в себе. Что касаемо замерзшего бомжа, то здесь, наверное, тоже спорный вопрос. Во-первых, дать 100 рублей – это как будто бы отмахнуться. Ну, я вот галочку поставила, я ему дал 100 рублей, пусть он идет со своими 100 рублями. А если ты готов истинно помогать человеку, то тогда расскажи бомжу, как ему сделать свою жизнь иной. Но это опять же догнать и причинить ему счастье. А оно ему нужно? А у бомжа хоть кто-нибудь спросил, а ему так удобно, а ему так комфортно? Вы никогда не задумывались о том, что многие люди, выигрывая какую-нибудь огромную сумму в лотерее, снова становятся бедными через какое-то время, снова становятся несчастными. Они снова уходят в свой мир. Но если у богатого человека у него забрать все денежные средства, ну вот его обанкротили, то он через какое-то время снова станет богатым. С нуля. И это не говорит о том, что что-то, какие-то обстоятельства, все дело в вас. И когда вы говорите, вот задаете этот вопрос, Олег, вы же то же самое сейчас, вы этот вопрос задали не мне. Вы этот вопрос задали себе. В вашей жизни вы ждете помощи от кого-то. Вы не можете принять ответственность на себя целиком. Это не хорошо, не плохо, это факт. Это мы, большинство людей, пока мы себя не осознали, мы все так живем. И нас раздражает, что кто-то зарабатывает больше, чем я. А что же он делает такого? Вот он только там поговорить, а я рельсы пихаю. Вот он только там по подиуму походить, вот она вся такая красивая, костлявая, худая, в дорогущих одеждах, и ездит на таких машинах, живет там в таких гостиницах, у нее несколько домов. Что она такого делает? А я там, например, с женой на заводе батрачу с утра до вечера 24/7 и получаю 3 копейки. Это обида на весь мир, это не принятие ответственности на себя. Кто вам сказал, что ваш мир кто-то будет другой исправлять? Кто вам сказал, что ваш мир кто-то будет другой разрисовывать? Если кто-то будет разрисовывать, это будет его мир. Если вы по каким-то причинам не готовы разрисовать свой мир и сделать его таким, каким вы хотите, то это только ваша ответственность. Почему вы ее перекладываете? Это же легче всего переложить ответственность на кого-то другого и сказать: «Ой, вот он такой вот. Вот он плохой, вот не слушайте его, не ходите туда». Проще же начать кидаться какашками в кого-то другого. Это всегда проще, потому что следить за собой – это тяжело. Это требует усилий, это требует принятия, это требует в себе поковыряться, раскопать себя. И, наверное, не так уж это и просто.
начать взаимодействовать с самим собой, с собой настоящим, с собой, с миром. А так, конечно, вот они вот все нехорошие люди платят огромные деньги кому-то, какому-то, кто там болтает на этих тренингах, за какую-то непонятную любовь, и выходят с этих тренингов, ничего не осознав и не поняв, потому что они не помогли бомжу. А почему вас интересует их жизнь? Почему вас интересует, кто за что платит? Почему вас интересует, почему бомж лежит и мерзнет? Почему вас это интересует? Почему вас не интересует, что вы сделали в этой ситуации, чтобы не было бомжей? Что вы сделали в этой ситуации, чтобы мир стал другим? Что вы сделали такого, чтобы кто-то стал чуточку светлее, чуточку радостнее, чуточку раскрепощеннее? Почему нам всегда так сложно наблюдать за собой? Почему нам так легко показывать на недостатки других? Почему нам так легко всегда сказать, что он дурак, он не прав, он это не делает, я его разоблачу, я сделаю что-то еще? И постоянно какой-то акцент на кого-то, постоянно все плохие. В своем мире надо наводить порядок. А если вам что-то не нравится, сделайте, чтобы вам это нравилось. Если вам кто-то не нравится, уберите этого кого-то из своей жизни. Если вам не нравится, что кто-то говорит, если вам не нравится, что кто-то как-то одевается, если вам не нравится, что кто-то куда-то ходит, не обращайте внимания на этого человека. Уберите то, что вам не нравится, из своей жизни. И ваша жизнь будет чуточку-то повеселее, без этих неприятных событий. Вопрос был под видео, могут ли полные люди быть автономными? Лишний вес – это не норма с точки зрения физики. И это мусор, отходы, шлаки, токсины. А разве все это не сжигается на автономии? Ребят, на автономии, во-первых, автономия – это не про худобу, а автономия – это про автономное сознание. И если мы говорим на автономии, которая подразумевает не еду и не питье, то я вам могу сказать, как это было у меня. И у меня было несколько периодов, и они сейчас длятся до сих пор. Я уже говорила, что у меня два раза был отек в венке. С чего он был? Это как бы, ну, тоже такой вопрос. Понятно, я уже в некоторых видео давала ответ, почему он был. Но тем не менее, вот. Если кто, у нас же очень много умных людей, очень много автономов, да, которые могут сказать: о, не, на автономии этого не может быть. Это же все сжигается, это же все пережигается. Бывают моменты, когда у тебя просто идет отек на клеточном уровне. Бывает такое, что ты такой же человек, и ты можешь быть в плохом настроении. Если ты в плохом настроении, если ты не поел, и ты в плохом настроении, и на улице идет дождь, то ты через час придешь домой весь круглый. Твой организм эту воду, просто эту влагу, которая есть в воздухе, он ее просто впитает. Не потому, что он тебе хочет насолить, нагрубить или сделать тебя некрасивым, а потому что это физиология человека. Потому что эта вода, которая впиталась через кожу, она будет выводить из тебя то нехорошее, что ты выработал своими негативными мыслями. И это факт. И почему люди, вы же сами, наверное, замечали за собой, что вы и есть один и тот же человек. Вы можете встать на весы, и у вас плюс-минус 2 килограмма всегда. Но иногда вы встаете перед зеркалом и думаете: боже мой, какой я красивый, какая я красивая. И волосики-то у меня красивые, и губки-то красивые, и личико-то красивое. Прям, ну прям вообще. А можете встать перед зеркалом, на себя смотреть и думать: боже мой, ну это же никакой косметикой не замазать. Ну что такое? Все, что у нас внутри, у нас это выходит наружу. У нас меняется цвет кожи даже с нашим настроением. Цвет кожи с нашими мыслями. Если чем-то человек озабочен,
Это не обязательно, что у него какое-то горе случилось. Если он чем-то озабочен, если он решает какие-то задачи, и вот он в этих задачах крутится, 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 он может подойти к зеркалу и увидеть, там, например, мешки под глазами. Хотя он не уставший, просто вот у него есть эти мысли, которые идут наружу. И это естественный процесс. Чем больше вы будете слушать свое тело, тем больше вы будете видеть, как ваше внутреннее состояние выходит наружу. Вы будете видеть, как изнутри вас меняется мир вокруг вас. И он настолько взаимосвязан, то есть вы внутренним состоянием меняете наружнее состояние. И то, что у вас внутри, вы меняете наружу, это то же самое, что и ваша внешность. Это тоже ваш фасад. Внешность – это ваш фасад. И если вы в какой-то момент выглядите вот так, то это может быть именно потому, что вы так себя чувствуете на сегодняшний день. И прям если мы говорим, что совсем полными автономами, но я могу сказать так, что если человек очень длительное время на нееде, то его вес начинает выравниваться. Но сбой организм может давать. И очень длительное время без еды, без воды, я считаю, что это не меньше 2 лет. Все, что до 2 лет, тебя будет просто в разные стороны постоянно. Ты можешь в какой-то месяц быть там совсем худым, может быть каким-то полненьким, там еще что-то. Я даже слышу это от детей. То есть у меня, например, вчера мне там сын сказал, он говорит, мама, что-то ты какая-то опять полненькая стала. Хотя они прекрасно знают мой образ жизни. А сегодня он смеялся, он говорит, вот ты что-то опять похудела. Что такое, ты там в туалет, что ли, сходила, посмеялся. И это наш процесс, процесс становления. Потому что я еще раз говорю, вот, например, я ела 40 лет. 40, 40,5, 41. И я не могу за 8 месяцев, чтобы у меня обточилось тело так, чтобы оно вот стало за 8 месяцев, и я вся такая точеная, и больше у меня ничего не вылезает, я вся такая здоровая, красивая, нарядная. Нет, ребят, это жизнь, это нужно понимать, что волосы сходят. Я уже говорила, что у меня уже 3-й раз сходила кожа на лбу. Вот она у меня сейчас гладкая, была гладкая, но она у меня, я сидела на марафоне с девочками, и они прям видели, вот я ее сижу, убираю, а под ней она прям розовая, без этих, как они называются, без пор. И это уже какой раз? И это все равно, это идет обновление. У нас клетки меняются постоянно. Почему нам снаружи-то не меняться? У нас все равно выпадают волосы, растут ногти, и они растут каждый раз по-новому. Они постоянно растут по-другому, по-иному. И если говорить именно об автономах, то я еще раз, наверное, повторюсь, что автономное в первую очередь должно быть сознание. А во вторую очередь автономами я все-таки считаю, это люди, которые закрепились уже в этом состоянии, которые более или менее прочистились, которые на автономии не менее 2 лет. Но это мой критерий. Может быть, если я пойду чем дальше, тем я скажу вам, ой, ребят, так это еще всю жизнь будем чиститься. Я не знаю, как оно будет. Если смотреть с точки зрения психики на лишний вес, то она ведь тоже чистится на автономии. Как таким образом лишний вес совместим с автономией? Психика чистится, если вы позволяете ей чиститься. Она может и не чиститься, вы можете просто голодать. Смотрите, когда у вас вылезает какой-то на автономии, когда вы без еды и без воды, наши закапсулированные страхи, они выходят наружу. Это безусловно. И когда вот эти вот закапсулированные страхи выходят наружу, тут уже зависит от вас, готовы вы их раскрыть, готовы вы их проработать. Либо они настолько вас больно кусают, что вам проще от них отмахнуться. И это уже другой момент, это уже другой вопрос. Лишний вес, если мы говорим образно, если мы говорим про лишний вес со стороны психосоматики, со стороны психосоматики на таком, на дилетантском уровне даже, я бы сказала,
То что такое лишний вес? Это закрытие от всего мира. Это как бы, когда вы как одеялком закутываетесь и говорите, ой, мне тут хорошо, не надо, меня не трогайте, я посижу вот в своем тепленьком, в мягеньком, в полненьком теле, и, пожалуйста, меня поменьше трогайте и вытаскивайте наружу. И, конечно, когда мы входим в состояние, даже не в автономии еще, когда мы начинаем прочищать свое тело, выходя регулярно на сухие дни, то у нас идет обнуление. Оно будет безусловно, ну, и мне так кажется. Потому что я этот момент проходила, я говорила, что я доходила до 30 с копейками килограмм, то есть на меня вообще было страшно смотреть. И у меня такой период был. Но потом вес потихонечку, он набирался, он как бы, он другой, он иной становится. Но на сегодняшний день и он у меня все равно как бы прыгает туда-сюда. То есть у меня есть он плюс-минус постоянный, но у меня нет весов дома, я не могу вам сказать. Я могу только по вещам смотреть, по каким-то, по вещам, по растяжкам, я понимаю, как тело меняется, да? Вот. Но то, что если мы говорим прям совсем о полных людях, о толстых людях, это как мое мнение, что они не дошли до автономного сознания. Именно сознание нас вытачивает. Именно голова контролирует то, каким мы будем самого себя представлять во внешний мир. И вот если голова у нас не проработана, то мы можем, наверное, худеть, толстеть, голодать, сыроедить сколько угодно, и у нас будет вес прыгать настолько, что мы просто будем уставать от этого. Но я, лично я не встречала полных автономов, я не встречала людей, которые, выходя на автономию, чтобы у них сохранялась прям такая жировая прослойка, которая у них была. Да, на сухих днях, когда мы говорим просто о сухих днях, то вес очень быстро падает. Очень быстро падает. Если мы говорим об автономии, то тогда у нас вес не падает, у нас тело очень постепенно принимает ту форму тела, которая комфортна для самого человека. Она уже не обнуляется моментально с принятием сознания. А синдром спасателя относится к спасению мира. Ну, это как раз то, что я сказала. Я не знаю Подоровскую, ребят. Я правда ее не знаю. Я даже не слышала у нее ни одной лекции. Я знаю, что... Я, вернее, ее слышала, что это автоном. Я даже слышала, что у нее собака автоном. Не знаю, насколько это правда. Но так получилось, что я ни одного ее ролика с ее участием не смотрела. Ну вот как-то, ну не было. Может быть, еще не настало то время, чтобы мне прям так заинтересовало. Я знаю, что она полная. Добрый вечер, благополучие. Я знаю, что она полная достаточно. И как она, почему она такая, я не знаю. Но у нее говорят, у нее есть объяснение, у нее даже есть ролики, почему она такая. Поэтому я не готова ее обсуждать, я ее абсолютно не знаю. Я даже ролики не смотрела, как я могу говорить, какой она человек, и насколько это все. Давай. Так, синдром спасателя относится к спасению мира. Синдром спасателя относится к спасению себя. Все остальное – это наш миф, в который мы либо хотим верить и верим, либо не хотим верить и не верим. Наш мир – это и есть мы. И когда мы спасаем кого-то, мы просто хотим себе поставить галочку о том, что я могу, о том, что я молодец, о том, что я лучше, чем я считал там минуту назад, до спасения. Ребята, есть еще вопросы?
Как-то мне сегодня не хочется рассказывать о синдроме спасателя. Вот так вот я скажу. Я готова ответить на вопросы о синдроме спасателя, я не хочу говорить. Я про него сказала, то, что мне пришло коротко, и больше я не хочу о нем говорить пока. Это такое у меня тоже бывает. Ребят, задавайте вопросы. Если нет вопросов, то я пока буду отключаться. И у нас с вами будет завтра эфир на моей страничке. Завтра же вторник. И завтра я вас с огромным удовольствием буду ждать на моей страничке. Пожалуйста, готовьте вопросы. Мне очень приятно отвечать на ваши вопросы. Когда вы задаете их, мне очень легко отвечать на ваши вопросы. Мне сложнее озвучивать какую-то тему, когда я ее озвучиваю самой собой. А когда вы задаете вопросы, я чувствую это общение, и мне намного проще тогда. Мне намного проще поймать это потоковое состояние именно по вопросам. Что в клубе происходит? Да, ребят, чуть не забыла. Кто еще не в клубе? У нас с 22 числа, с понедельника, опять стартует марафон. Марафон по воздержанию от еды. Это будет то же самое, это будут ежедневные эфиры. Эфиры будут, скорее всего, даже 2 раза в день. Вот, потому что будет с утра, скорее всего, это будет зарядка. С Настей мы попросим Настю, чтобы она еще раз с нами провела хотя бы одну зарядку, которая останется у нас в записи. Мы попросим еще раз Риму, чтобы она тоже провела с нами какую-нибудь зарядку, тоже с утра, чтобы вы могли взбодриться, а потом уже к вечеру мы с вами проведем эфир по вашим вопросам, будем проводить. И я в эфир попробую залить. Светочка, мы с тобой глуся, я не сомневаюсь, давай. Попробую залить 3 эфира от Тёмы. Тёму вы уже все знаете, который нам рекомендовал квас. И по поводу выхода из сухих дней, мне тут пришло еще немножечко другой, не то, что другой метод, а дополнение к этому. И мы с вами обязательно это поговорим в клубе. Я думаю, что вам очень понравится этот выход. И для вас он будет прям настолько комфортный и настолько уберет все вот эти вот жоры и вкусы вам, как бы он сгладит, что будет очень здорово. Поэтому подключайтесь к закрытому клубу. 22 числа стартует, будут, скорее всего, ну, как минимум один эфир в день будет. Обязательно будет поддержка в чате, что вы все будете там обсуждать, как, что, потому что это, ну, очень важно. Потому что ребята даже пишут, ну, это круто. И, конечно же, ответы на вопросы, то есть каждую ситуацию, каждый момент, что случается, почему слабость, почему хочется пить, что сделать, когда не проходит сушняк, что сделать, когда начинает голова болеть, что делать, когда я только к полыни начала привыкать. Полынь останется, Любушка, полынь останется, конечно, это же вообще, это полынь всему голова. Но у нас будет с вами расписано на день выхода, у нас будет не ваше привычное питание, а у нас будет, я прям распишу, что нужно будет делать на следующий день. Поэтому все будет. Света, что ты думаешь про мед? Как он действует на тело? Вы знаете, я все-таки думаю, что мед, как бы про него ни говорили, как бы его ни хаяли, наверное, если его купить в каком-то в правильном месте, все-таки мед это, наверное, энергия. Я его все-таки вижу как какую-то энергию, как какую-то чистоту и. Ну вот он у меня почему-то ассоциируется с энергией. Но это очень важно, чтобы оно было в минимальных количествах, потому что это вы как будто у кого-то берете эту энергию. Это не ваше, это вы ее берете не в кредит, ни в коем случае. Вы угостились чьей-то энергией для каких-то своих, для какого-то своего решения вопроса. И я не против меда.
Абсолютно не против. То есть я уже всякие методы подумала, думаю, ну вот так, и так, и так. Я на себе, когда я сыроедила, я не могла вот эти всякие сиропы, мне не хотелось ничего, но мед я в малых количествах, но для меня это было прям иногда какой-то отдушины. Для меня был лучший десерт, который вот я до сих пор помню. Когда мне очень хотелось чего-то такого сладенького, особенно когда дома что-то было нехорошо, или на работе что-то не клеилось, и я приходила домой, заваривала себе какой-нибудь легенький-легенький чай травяной, резала яблоко, доставала мед, нам привозили тогда из Башкирии, и ела мед с яблоками. Для меня это такое лакомство было, и для меня, может быть, вот это вот воспоминание, как такая, вот, у меня он заряжал. Я не знаю, как у вас. Конечно же, в большом количестве не нужно. И если вы все-таки поели мед, поели цитрусовые, то, конечно же, я бы вам рекомендовала все-таки прополоскать зубки. Потому что у нас эмаль все равно, она еще не перестроилась, не надо чудес ждать. Пока у нас организм не перестроился, но все-таки нужно за ним очень бережно следить. И вот про мед, я думаю, так. Расскажите что-нибудь, что не вписывается в рамки этого мира. В рамки этого мира, так это и есть мир, это только просто как вы его воспринимаете, этот мир. А насколько вы его воспринимаете, насколько вы готовы его воспринять по-иному, насколько вы готовы развернуть свое сознание. И если вы разворачиваете свое сознание именно в ту сторону, вы его, если вы здесь находитесь, Игорь, то вы в любом случае постепенно идете именно к тем вещам, к тем процессам, которые вас интересуют. И этот вопрос вы задали даже не для того, чтобы я вам что-то рассказала, а для того, чтобы я вам подтвердила, что эти чудеса действительно существуют. Эти чудеса действительно существуют, они живут в вас. Они в вас есть, и вам их нужно просто распаковать. И когда к вам приходят такие вот минутные какие-то озарения, никогда не думайте, что это случайность, никогда не думайте, что, ой, наверное, мне показалось. Это действительно то, что есть в вас. Если вы с кем-то, например, в одно время там потянулись за кружкой, сказали одно слово, либо пошли куда-то там в какое-то место одновременно, это не совпадение. Это то, что вы пока неосознанно можете подключаться к волне другого человека. И это ваше, это не чудеса, это ваша базовая настройка, которую вы можете просто ее раскрыть. Мне очень понравилось вместе на марафон заходить. В прошлый получилось аж 19 дней. Офигеть! А, 10, 10 дней, 10 тоже круто. Нет, 10 это очень круто. Мы, кстати, на марафоне еще сделаем, ребят, обязательно рисование. Мы сделаем ночь депривации, и мы обязательно порисуем. Потому что рисование очень важно. Я еще не дорисовала, вот у меня такая. Дорисую, обязательно покажу. Мандал такой рисую красивый. Очень люблю. О, Тём, привет! Очень люблю рисовать по ночам. Это действительно круто, когда рисуешь по ночам, когда ничего нет, только кошки мурлычут. И это очень круто, когда ты находишься сам с собой. Мы же не умеем находиться даже сами с собой. Нам тяжело. Мы начинаем куда-то бежать, мы начинаем засыпать, мы становимся себе неинтересными. А когда мы начинаем даже любое рисование, когда мы рисуем не из головы, а начинаем рисовать телом, что бы это ни было, то это совсем другие ощущения. И, кстати, ребят, завтра я выложу в сторис, уже должна нарисовать. Такая есть одна из техник тоже рисования телом. Она может быть хоть какая. И вот у меня есть девочка, которую я сейчас веду. Я не могу ее назвать женщиной. Ей 36, по-моему, лет. Но она прям как девочка. Она такая дюймовочка, она такая красивая. Она лежачая. Вот. И она как лежачая, она в постели, она бывает, что передвигается очень мало, и сейчас она уже начинает ходить.
это ее результаты, это она такой молодец. И она как раз завтра новой техникой, которую мы с вами тоже порисуем. Потом, если успеем на марафоне, если не успеем, после марафона обязательно я вам дам. Вот, она будет рисовать себя, себя гуляющую. И я вам завтра выложу это в сторис. И так получается, что сейчас у меня очень, ну как очень много, ну как бы много. Онкобольных и СВИЧ. Вот почему-то вот сейчас такой период. Вот. И мне на самом деле так... У меня идет такой невероятный подъем, когда они сдают очередные анализы, и там идут какие-то улучшения их анализов. Вы не представляете, какое это счастье. И я, наверное, потихонечку начну вот этот как-то собирать в какой-то постоянный сторис или там постоянно, или вам рассказывать. Не для того, чтобы похвастаться, а для того, чтобы вы понимали, что все в нашей голове. И все это проработать, это в ваших силах. Вы себя можете поднять хоть откуда, вы себе можете восстановить любые органы, вы можете начать жить в любом возрасте. При любых ранее заболеваниях вся сила, она находится уже в вас. И вам ее просто нужно достать изнутри, из себя. И для этого я, конечно же, сделаю иные отзывы. То есть будут одни с марафона, одни будут вот именно от таких людей, которые себя подняли. И мы вот с этой девочкой, с которой я работаю, мы с ней работаем не на тему автономии, то есть у нее, ей пока нельзя не кушать, у нее достаточно сложная ситуация, у нее разово 3 раковых опухоли на разных частях тела. Вот. И поэтому это достаточно сложно, потому что она пьет сильные таблетки, если их перестать пить хоть на один день, то может открыться кровотечение. И мы как раз работаем именно с ее головой, именно с ее подсознанием. И это невероятно, то, что открывается, то, что выходит наружу, то, что прорабатывается, это просто восхитительно. Это когда человек понимает, знает, что у него рак яичников, он не может ходить, потому что, ну, очень сильные боли, когда у женщины рак яичников, очень сильные боли. Что такое яичники? Яичники – это наше женское начало, это мама, это бабушка. Это то, что произошло с нами в нашем, во внутриутробном состоянии еще. Это то, что произошло с нами, когда нас еще не было. Это наша родовая дорожка, как многие могут говорить, карма. Но что такое карма? Это то, что не проработано нашими бабушками, нашими мамами. Эта модель поведения просто переносится на нас. И когда мы проработали с ней вот эти состояния в голове, и когда у нее отпустила боль от этих яичников, представляете, какое-то счастье для человека, который не может ходить, какое-то счастье для человека, который думал, что у него уже вот, ну как бы, ну вот так вот, наверное, останется. Это наша физика, она полностью зависит от головы. Я еще раз повторю, что автономия, неедение и убирание еды, убирание воды – это инструмент. Я просто хочу вам показать, чтобы им очень корректно и очень экологично пользоваться. Будете вы всю жизнь на автономии или не будете – это уже другой момент. Но все в нашей голове. Вот все проработки, все наши выздоровления, вся наша любовь, вся наша радость, вся наша жизнь – она сидит в нашей голове. Истории волшебно вдохновляют, очень вдохновляют, да. И поэтому это так круто. И когда мы с вами начинаем работать с нашей головой на сухих днях, просто если бы мы в обычных днях работали с головой, это бы заняло, например, там вот столько времени. А когда мы на сухих начинаем какие-то вопросы прорабатывать, у нас автоматически мы начинаем слова воспринимать по-иному, то нам нужно уже времени вот столько. И мы все ближе и ближе к истинному себе. А когда мы постигаем истинного себя, то весь мир начинает играть у нас иными красками. И это круто. Вот, поэтому обязательно вам завтра покажу рисунок.
Если успею завтра, если не успею, послезавтра. Потому что мы вечером с ней встречаемся, у нас еще завтра с вами эфир, надо не забыть. А если будет эфир, то я не помню, тему я уже говорила или нет, какая будет, но вопросы я все равно от вас жду. Что, все? Все, сейчас я заканчиваю. Я вас всех обнимаю, спасибо огромное за вопросы, жду вопросы на завтрашний эфир. Спасибо огромное, что были со мной. Спасибо огромное, что подписываетесь, следите за нашими, за нашими банами, потому что нас постоянно банят. Света, а когда и как ты начала поправляться на сыроедение или на автономии? Я с сыроедения, когда ушла, я ушла на веганство. У меня такой был достаточно длительный откат на веганстве. Я очень сильно поправилась, потому что я начала потом принимать опять гормоны. И на гормонах я очень-очень сильно поправилась. То есть на гормонах она, полнота, она другая, она иная, она рыхлая, она очень некрасивая. То есть у тебя нет таких изящных форм, как у красивой женщины, да? Она отвратительная, эта полнота. И когда я уже поняла сознанием, что я не могу есть, не потому что я хочу уже постепенно, а когда я поняла, что я либо буду жить, либо я просто медленно умираю. И у меня перешло как раз вот это автономное сознание, и я практически сразу убрала еду. То есть я где-то, наверное, вот да, март это какой месяц у нас? Четвертый. Я 4 месяца практически уже ничего не ела, но я уже была в автономном сознании. И у меня очень медленно начал сходить этот вес. То есть я уже не была худой, смертельно худой. У меня наоборот, он начал падать с гормональных перестроек. Но я как бы достаточно так сильно поправлялась на гормонах. Света. Так, это я прочитала уже. Вот. Поэтому я, наоборот, как бы не поправлялась, а именно у меня пошел другой процесс. Я с гормонов начала сбрасывать вес. И он с гормонов, он сбрасывается... третий месяц. Вот, здорово. Я же ни числа не знаю, ни дни, недели, ничего. У меня поэтому календарик и стоит все время перед глазами. Календарик, ежедневник, чтобы все записывать. Ничего не помню. Вот. И у меня он начал, наоборот, уходить. Но гормональный вес, он уходит по-иному. То есть получается вот эта вот межклеточная жидкость, которая именно на сбой гормонов, она уходит очень медленно. Она прям вот, чтобы прорисовалось что-то, очень сложно. И вот у меня есть фотографии летние, да. А летом, например, у меня уже достаточно сильно прорисовались формы, в отличие от того, какое оно у меня было, например, зимой. То есть у меня внешне не особо было видно, что я прям толстая-толстая, да, у меня как бы такого не было. Но качество тела, оно было иным. Я же тогда заниматься не могла, заниматься уже начала именно вот так вот достаточно сильно уже где-то летом. И сейчас все больше и больше. Вот, и сегодня я уже убрала в чехольчик, сегодня, ребят, я в ином сознании постояла на гвоздях, и это такой кайф. Если кто-то стоял на гвоздях, если кто-то знает, то это вообще... И это прям моё новое такое увлечение. Другие мысли приходят, другое ощущение себя, другое ощущение мира и другие осознания всего процесса, который протекает в том числе и в тебе. Но это так у меня было. Я, наверное, как-нибудь, когда я уже смогу вот это скомпоновать, сформировать вот те состояния, те ощущения, те мысли, когда я стою на гвоздях, я, наверное, вам сделаю отдельный эфир по этому. Не как стоять, то есть не как научить, потому что у меня нет такого еще, я не ас в этом. Я именно расскажу свои состояния, что я прочувствовала. Может быть, кому-то это будет лучше, потому что я смотрела ролики именно, и мне очень приятно смотреть ролики людей, которые рассказывают о,
своих достижений. Пусть это будет там два раза по три минуты, но то, что они говорят, мне это интересно, мне это важно, поэтому я тоже рассказываю. Может быть, это тоже вам интересно. Вот мы с вами проболтали час. Думала, выйду минут на 15. Все, ребят, тогда до завтра. Завтра жду много-много вопросов. Буду отвечать. Всех обнимаю, всех люблю. Всем спасибо, что были со мной. Спасибо.